конце июля Венспилс станет самым экстремальным городом Латвии. Городские улицы и спортивная база перейдут во власть активной спортивной молодежи, которая станет участником фестиваля «Гетто Геймс». На 5-м юбилейном фестивале соберутся экстремалы со всего мира, демонстрируя такие виды спорта, как BMX, инлайн, скейтборд, а также стрит-байк фристайл, еще баскетбол, футбол, флорбол, армрестлинг и другое. Фестиваль «Гетто Геймс» в Вентспилсе – это центральное событие в жизни экстремальных видов спорта в этом году. 1500 участников, зрители – все объединятся в едином спортивном порыве. Скейт-парк, вейк-парк, парк приключений, клуб, пляж, аквапарк, ночь электронной музыки 5 августа, бессонница. Моя любимая публика – это когда я вижу в зале пожилых людей, людей среднего возраста, с детьми, подростки, мальчиков, девочек. Если публика смешанная, это значит, что концерт особенный, и это замечательно. На всех языках говорят и на мастер-классах джазовой и эстрадной музыки Венспилс Грув. В рамках фестиваля состоится 5 концертов с участием латвийских и иностранных профессиональных музыкантов. Приезжай в Венспилс. Место для палатки в приморском кемпинге стоит всего 5 евро. Дешевый ночлег найдешь и в Венспилсском техникуме, в гостинице Олимпийского центра и Венспилсской высшей школы. Не спим! Здравствуйте! В эфире Курзумское телевидение, вы смотрите новости Венспилса. Следующих 30 минут с вами в студии буду я, Диана Алехнович. Музей технологии и науки Курзумского домоцентра открылся в Венспилском парке высоких технологий. Музей – это увлекательный мир познаний в вопросах изменения климата. Даже само здание музея – образец охраны окружающей среды, так как построено как пассивное, энергоэффективное. Подробности смотрите в следующем сюжете. Праздничную церемонию открытия нового здания Курзумского домоцентра почтил своим присутствием заместитель госсекретаря Министерства охраны среды и регионального развития Эдмунд Бельскис и представители Венспилсской городской думы. Красная ленточка, столбы, на которые ее крепить, а попутно молоко и волшебная палочка – все это появилось благодаря виртуальной прогулке мэра Венспилса на велосипеде. Ленточка разрезана, всех пригласили на экскурсию. Экспозиция Музея технологии и науки выполняет образовательную функцию и посвящена вопросам изменения климата. В мире происходит изменение климата, наводнения. Люди, допустим, живущие у рек, терпят убытки, да, за счет того, что там вода выходит из берегов. Вот. И этим фотостендом мы как бы хотели обратить внимание на вот эти вот глобальные проблемы, которые в мире существуют. Каждый элемент несет важную информацию. Управляя автомобилем, наглядно видно, какой вид топлива безопаснее для человека и окружающей среды. Руль виртуальный. Я только шевелю руками. Ну и как, легко ехать? Тяжело. Аварии. Очень много аварий. Но как только переключила на зеленое топливо, стало меньше. Надев вот такие очки, надо помочь молекуле CO2 добраться до дерева. Это задание выполнить не так-то просто. При помощи специальных очков, в которых все вверх ногами, посетителям необходимо помочь молекуле CO2 добраться до дерева. А осложнение для того, чтобы было интересней. В жизни тоже не все так просто. И перед нами прекрасный пример, что это можно сделать. Аплодисменты господину. Напольная игра позволяет школьникам почувствовать себя в роли руководителя какого-то самоуправления и принимать ответственные решения.
Вы видите карту Европы, на которой самоуправление представляет свои страны. Молодежи необходимо принимать решения о планах и инвестициях, касающихся устранения последствий климатических изменений. По мнению мэра, выдающимися аспектами создания музея являются привлеченное норвежское финансирование и созданные в Венсполсе продукты. Все стенды экспозиции – это результат работы венсполских предприятий. В проект были вовлечены многие предприятия. Одни готовили экспонаты, другие программировали, третьи занимались дизайном, четвертые собирали это все вместе. Мы выражаем большую благодарность многим людям, которые были привлечены к реализации этого проекта. Интерактивное, то есть не пассивное, что вы что-то читаете, но вы активно участвуете и таким образом получаете знания, да. И это очень привлекает любого, особенно детей, которые, ну, не хватает терпения что-то читать, да. И очень все наглядно и достаточно просто сказано о сложных вещах, которые должны знать, в принципе, любой житель мира, нашей планеты. Но, например, я не видел такую карту никогда, что, например, на южных районах Европы сила ветра будет снижаться, средняя, а в нашем регионе будет возрастать. То есть нам все больше будет дней, когда сильный ветер. А поскольку мы живем у моря, это для нас существенно. То есть мы это правда и делаем, предусматривать, что сила ветра будет сильнее. Значит, и против ветра надо делать, с учетом этой парусности, мы должны делать проекты любых объектов. Мы хотим показать молодежи и детям, что информационные технологии, электроника, машиностроение, естествознание – это интересно и здорово, и это хороший выбор для карьеры. Этим мы занимаемся уже с 2012 года. А сегодня мы начинаем что-то новое. Это вопросы окружающей среды, экономии энергии и зеленые технологии. Это то, что можно будет узнать благодаря новой экспозиции. Само здание Курзамского демоцентра пассивное. При его функционировании и обслуживании – энергозатраты намного меньше по сравнению с затратами на обслуживание обычного здания. Если мы сравним это здание с простым, то можно сказать, что это здание использует в 10 раз меньше тепловой энергии, в связи с чем это очень экономично, выгодно и дружелюбно к окружающей среде. В здании нет привычных радиаторов, а тем временем зимой не должно быть холодно. Здание для теплоэнергии использует воздушный насос, что преимущественно и будет использоваться. Только в тех случаях, когда воздушный насос не будет справляться с выработкой теплоэнергии, мы будем использовать централизованное отопление. Еще один важный момент, касающийся этого пассивного здания – это вентиляционная система. Вентиляция с рекуперацией. Говоря простыми словами, зимой входящий холодный воздух нагревается выходящим теплым воздухом, благодаря чему экономится теплоэнергия. Использование новых технологий, говорят сотрудники домоцентра, позволят привлечь внимание общества и особенно молодежи, от которой во многом зависит будущее нашей планеты. Татьяна Саксаганская, Инджи Одзинш, Курзамское телевидение. В начале года вступили в силу изменения в законе об услугах водного хозяйства. Согласно изменениям, в Венсполсе был введен новый порядок расчетов за коммунальные услуги. Новый закон предусматривает более жесткий контроль использования услуг и штрафные санкции за создание угрозы загрязнения окружающей среды. Новый закон об услугах водного хозяйства позволяет предприятию водоснабжения УДЭКа бороться с нелегальными подключениями к водопроводным сетям. Таких случаев в Венсполсе немало. Если раньше за такие нарушения грозил только административный штраф, то теперь правила Кабинета министров предусматривают конкретную формулу, по которой рассчитывается величина штрафа за нелегальное подключение и бесплатное использование услуг. В этом году специалисты предприятия УДЭКа проверяют существующие подключения к централизованным водопроводным сетям. Особое внимание уделяется тем домашним хозяйствам, которые не заключили договор об оказании услуг. Штрафные санкции достигают несколько тысяч евро. И за 2 недели, когда мы делали такую акцию по домам, проверяли, мы нашли таких 4 дома, которые подключились нелегально к нашим сетям. И 3 из них уже проплатили основную часть штрафа и заключили соглашение по оплате. Но 1 дом пока не отреагировал, но, скорее всего, мы на них будем подавать в суд.
что, на что у нас сейчас имеется полное право. Теперь нарушителей обнаружить намного проще. В случае обнаружения нелегального подключения предприятие имеет право произвести отключение без предупреждения. В Венсполсе более чем за 10 лет в развитие водного хозяйства вложено более 80 миллионов евро, из которых 80% – это финансирование европейских фондов. Теперь почти 100% горожан могут пользоваться благами цивилизации, получая чистую питьевую воду и пользуясь услугами канализации. На сегодняшний день около 450 домашних хозяйств, у которых есть возможность подключиться к центральной водопроводной системе, до сих пор не пользуются этой услугой. По крайней мере, официально. Я хочу сказать, что Венсполс есть самая легкая система подключения, самая недорогая система подключения. Если в других городах просится технический проект, обязательно должна делать лицензированная фирма эти работы. И там, конечно, достигает, скажем, подключение среднего дома там 4-5 тысяч евро. То здесь никакого проекта не надо, надо выбрать только технические условия и получить разрешение на земельные работы. И самым легким способом житель может подключиться или просить, скажем, помощи той же УДЭКи. УДЭКа уже несколько раз информировала, предлагает услуги по отложенному платежу. И, например, житель приходит к нам, заключает договор, мы сами все разрабатываем, делаем, подключаем его, и в течение 2 лет житель может оплатить эти деньги, которые ушли на подключение его имущества. В ближайшем будущем в силу вступят новые правила, предусматривающие строгий контроль. Жителям, которые не пользуются услугами центрального водопровода, надо будет отчитываться, как они используют воду и куда они ее сливают. К ним сейчас будет определено больше внимания, так как те же самые правила Кабинета министров позволяют самоуправлениям больше контролировать этих жителей. И, естественно, те жители, которые не будут подключаться к нашим сетям, они должны будут отчитываться о вывозе того же самого, например, своего септика. Если он не сможет доказать, то, к сожалению, тоже ему придется платить штраф. В этом месяце Венсполской городской думой было вынесено решение о выделении сопутствующего финансирования на реализацию энергосберегающих мероприятий в многоквартирных жилых зданиях по улицам Лейла Дзирнова 19, Звайгжня 5А и Пилс 40. Все эти многоквартирные дома обслуживает муниципальное предприятие Венсполсная Костомы и Пашумы. Мероприятие по повышению уровня энергетической эффективности представляет собой проект, реализация которого направлена на совершенствование технического состояния здания в соответствии с результатами энергоаудита. Основная цель – сократить объем расхода энергии, в результате чего возможно более экономное использование энергии и повышение уровня комфорта в помещениях. Для проведения энергоаудита здания по улице Лейла Дзирнова, 19, выделено 470 евро. На такие же работы на улице Звайгжня 5А – 245 евро. А на дом по улице Пилс 40 – 265 евро. Согласно обязательным правилам города, любой управляющий жилым зданием имеет право подавать в Венсполскую городскую думу проектные заявки с просьбой о выделении сопутствующего финансирования на проведение энергосберегающих мероприятий в жилых зданиях. Софинансирование самоуправления выделяется на проведение энергоаудита многоквартирного жилого здания в 50% размере от всех затрат, но не более 356 евро на один дом. Разработку технического проекта многоквартирного жилого здания или подготовку удостоверяющей карты заключения упрощенного обновления, реновации фасада здания, самоуправление оплатит 20% от всех затрат, но не более 43 евроцентов за 1 квадратный метр общей площади жилого здания. Также самоуправление софинансирует выполнение работ по реновации в 10% размере от общих поддерживаемых расходов на реализацию проекта, но не более 10 евро на 1 квадратный метр общей площади жилого дома. После проведенных мероприятий по повышению уровня энергетической эффективности в доме сокращаются расходы на энергию. Таким образом, можно вернуть средства, вложенные в реализацию энергосберегающих мероприятий. Благодаря обновлению, в том числе и утеплению, многоквартирных жилых зданий при проведении энергосберегающих мероприятий предоставляется возможность сэкономить до 20-30% тепловой энергии, в результате чего уменьшается начисляемый размер платы за отопление. Уже многие венсполчане наверняка заметили, что по улицам Венсполса курсирует новый пассажирский автобус. А кому-то уже посчастливилось оказаться в числе пассажиров.
Особенность этого автобуса в том, что он полностью работает на электроэнергии. Но будет ли он курсировать и впредь, еще неизвестно. Недавно предприятие «Венспилсрейс» договорилось с известным в Латвии производителем «Саларис» о тестировании новейшей, дружественной окружающей среде модели автобуса. Чтобы ознакомиться с плюсами и минусами этого приобретения, электроавтобус будет курсировать по различным городским маршрутам. Это возможность не только для предприятия изучить его преимущества, но и для пассажиров насладиться комфортом нового уровня. У нас уже есть первое представление. Мы видим расход электроэнергии автобуса на километр и можем узнать примерную стоимость его эксплуатации. Конечно же, мы будем ждать и отзывы пассажиров, и все оценим. 12-метровый автобус с полным зарядом аккумулятора может совершить поездку на расстояние вплоть до 300 километров. Эта модель предусматривает до 40 сидячих мест. Для того, чтобы полностью зарядить аккумулятор, необходимо около 8 часов. Руководитель предприятия «Венспилсрейс» Артур Слиедис видит явную пользу от использования такого автобуса ежедневно. Наверное, первое, что замечают пассажиры, это то, что автобус тише, а также удобнее. То, что интересует конкретно нас, это эксплуатация. Водители говорят, что автобус удобен в управлении. И что важно, расходы по эксплуатации будут заметно ниже, чем у нынешних дизельных автобусов. Конечно, и с точки зрения экологии эти автобусы гораздо благоприятнее для окружающей среды. Уже на данный момент в Венспилсе большая часть дизельных автобусов Е6, которые более благоприятны для окружающей среды, чем остальные. Венспилс – единственный город в Латвии, где данная модель автобуса проходит проверку, осуществляя ежедневные пассажирские перевозки. Весной этого года подобный автобус, но только старой модели, демонстрировали в Риге. Правда, Рига не собирается закупать автобусы такого типа, а планирует приобрести более дорогие автобусы и троллейбусы с водородным двигателем на сумму 18 миллионов евро. На данный момент о закупке 4 таких электроавтобусов думают самоуправление Елговы и Резекне. Впервые идея о покупке электроавтобусов для Венспилса прозвучала еще в конце прошлого года, и сейчас сделан первый шаг в направлении ее осуществления. Венспилсрейс не спешит сразу же приобретать новую технику. Необходимо учесть много существенных факторов. Например, стоимость электроавтобуса намного выше, чем автобуса с дизельным двигателем. Кроме того, электроавтобусы требуют усовершенствования инфраструктуры. Это, конечно, мы еще будем решать. Также произведем экономические подсчеты, потому что с этим вопросом нельзя спешить. Большой отпечаток, конечно же, оставляет то, что это европейский проект и 85% от общих денежных расходов – поддержка Европейского Союза. Да, сами автобусы заметно дороже нынешних дизельных, но, несмотря на это, они будут экономически более выгодными. Однако, еще будем все считать и изучать. А насколько дороже будут электроавтобусы по сравнению с дизельными? В 2-2,5 раза дороже. Нужно учитывать еще одну особенность нашего городского транспорта – маленькие автобусы. Именно такие нам нужны, чтобы в будущем можно было сохранить ту систему движения, которая сформировалась у нас на протяжении многих лет. Особенно 22-й маршрут, который очень важен, так как его используют 60% всех пассажиров городских сетей. На этом маршруте не подойдут большие автобусы, так что мы будем искать решение, будут ли у нас автобусы средних размеров, или мы найдем маленькие автобусы. Возможно, именно электроавтобусы. Еще рано говорить о сроках, когда предприятие «Венспилсрейс» предложит венспилсчанам и гостям города передвигаться по Венспилсу на первых электроавтобусах. Я думаю, что до 2020 года обязательно деньги Европы нам нужно освоить. Поэтому тянуть не будем. Но, как я уже сказал, спешить тоже нельзя, потому что это слишком серьезный шаг. В какой-то степени это можно сравнить с 2000 годом, когда город должен был решить о смене икарусов и лазов на автобусы «Мерседес», что тоже было прыжком в неизвестность. Ситуации в данном случае весьма схожи. По словам Артура Ледиса, возможно, к 2020 году будут приобретены 7-8 автобусов, а может и больше. Все зависит от того, насколько успешно удастся осуществить этот проект. Венспилсрейс, заботясь об окружающей среде, регулярно исследует новейшие технологии в сфере общественного транспорта, изучая опыт прогрессивных перевозчиков таких стран, как Польша, Германия, Швеция и Чехия.
На этих выходных Венсплас в пятый раз принимает представителей экстремальных видов спорта и носителей уличной культуры, стартующих в традиционном фестивале «Гетто Геймс». Во время проведения крупных мероприятий приходится мириться с ограничениями дорожного движения. Не обойдется без них и на сей раз. Уже сегодня с 9 часов утра и до 6 часов 31 июля будет перекрыто движение на проспекте Лейлас от улицы Ганнибу до Кулдегас и от Кулдегас до Александра. Движение общественного транспорта будет направлено по улице Юрас и Александра. Невозможно будет проехать в гаражный кооператив «Венсплас Аутомобилист» за магазином «Рубин», а также припарковаться около многоквартирных жилых домов на перекрытых отрезках улиц. Организаторы призывают оставлять машину около гостиницы Олимпийского центра «Венсплас» или возле площади «Лейлас». Лучше всего, конечно, в эти дни запланировать не поездки на автомобиле, а посещение мероприятий «Гетто Геймс». Там будет на что посмотреть, за кого поболеть и где развлечься. Каждый летний сезон Венсплас посещает все больше туристов. А как проводят они свое время здесь, узнала наша съемочная группа. На протяжении многих лет Венсплас был и остается курортным городом. Каждый год сюда приезжают множество туристов, чтобы отдохнуть у моря или активно провести время в аквапарке или в парке приключений. Среди отдыхающих можно заметить и иностранцев, и жителей отдаленных уголков нашей страны. Мы уже в Венсплас приезжаем третий раз, и все нравится, все хорошо. Как место для ночлега многие выбирают ближайшие кемпинги и гостевые дома, а кто-то остается и у друзей и знакомых. Среди туристов много и тех, кто приезжает в Венсплас всей семьей, с детьми, не первый год, так как уже знают, что в городе многое сделано для детей. Парки, игровые площадки – здесь весело и интересно, можно провести целый день. Аквапарк, потом море, вообще там все такие, ну эти качели для детей, очень много что сделано. И многие приезжие отмечают ухоженность города, гостеприимность его жителей и широкий спектр развлекательных мероприятий. Абсолютно очаровал ваш город своей красотой, своими цветами, своими маленькими домами, морем холодным, но чистым, просто потрясены. Весь город в цветах, очень все красиво, вот это мне очень нравится. Одним из популярных мест, куда непременно отправляются отдыхающие летом, аквапарк у Венсплаского пляжа. Например, в этом месяце каждый день парк водных приключений посетил около 300 человек. И как отмечают работники аквапарка, в основном это приезжие. Я думаю, посетителей больше по сравнению с прошлым годом. И в один день в мою смену был даже зафиксирован новый рекорд. Также и Венсплаская гора Шляпа Лемберга не остается без внимания. В прошлом сезоне ее посетило 350 тысяч человек. А в этом году посетителей еще больше. И среди них много иностранных гостей. В жаркую погоду больше всего посещают водные аттракционы. Например, бамперные лодочки или наш бесплатный аттракцион, который больше всего нравится детям – наш фонтан. Самые популярные туристические места в Латвии – Рига, Юрмала, Кулдега, Лепая и, конечно же, Венсплас. Нашу страну выбирают для посещения туристы из прибалтийских стран – России, Белоруссии и Украины. В среднем отдыхающие здесь проводят 2-7 дней. Диана Алехнович, Ребекка Росса, Ольга Смирнова, Эдгар Синдриксон, Курзамское телевидение. После масштабной реконструкции Венсплаский международный радиоастрономический центр вновь принимает посетителей. А студенты Венсплаской высшей школы продолжают этот центр использовать в учебном процессе. Прогулка по территории Ирбены, по подземным туннелям – это еще не весь радиоастрономический центр. После реконструкции были созданы мемориальные помещения в честь конструктора ракет Фридриха Цандера. После восстановления независимости Латвии в бывшем военном городке удалось сохранить часть зданий. Теперь хозяином исследовательского центра стал Институт инженерных наук Венсплаской высшей школы. Здесь до сих пор в научных целях используется 32-метровая, полностью подвижная, крупнейшая в Северной Европе параболическая антенна, а также 16-метровая антенна. Обе антенны восстановлены прошлым летом. Антенны используются для наблюдений за объектами межзвездного пространства, радионаблюдений за Солнцем, астероидами и близкими к Земле искусственными телами, в том числе для радиолокации космических отходов. В субботу 23 июля в Венспласком доме ремесел собрались хозяева и хозяйки, чтобы похвастаться перед венсплащанами и гостями города богатым выбором еды и постановкой пьесы.
Веспилский дом ремесел часто организует интересные культурные мероприятия. Мероприятие, прошедшее на прошлых выходных, было вкусным и театральным. День хозяев и хозяек был организован впервые в этом году. Как следует из названия, в мероприятии участвуют хозяева и хозяйки, демонстрируя посетителям, какими должны быть настоящие домашнее вино, суп, сыр и копченая рыба. Мы пришли сюда, чтобы похвастаться и показать горожанам, какими сельскими продуктами богат Венспилский край. Хозяин Дайнис делает домашнее вино, которое отличается от других вин тем, что Дайнис в процессе производства использует только натуральные продукты. Мое вино особенное, потому что оно натуральное и не содержит сульфитов. Используется особенная родниковая вода. Я сам ищу источники этой воды. Это не вода из крана. А также я использую свежевыжатый сок. Хозяйки варили суп из тех продуктов сельского хозяйства, которые сами и вырастили. Наш суп особенный, потому что это дары сельского хозяйства. Например, бульон для супа сварен из свиных ножек. Да, эта свинья еще недавно бегала у нее во дворе. Вкусный суп можно сварить только на живом огне. Чтобы создать еще более хозяйственную атмосферу, Таргальский любительский театр показал пьесу «Заны Памши. Мужчина». Приклеив на силуэт дерева выбранные камни, посетители дома ремесел оставили на них свои воспоминания о прошедшем мероприятии. Татьяна Шаховская, Эдгар Индриксон, Курзамское телевидение. И это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и приятных выходных. По 7 августа в Венспилсе большое веселье. В центре города встанет на якорь уникальный парусник. Улицы украсят цветочные ковры, застучат инструменты ремесленников, а в воздухе будут витать запах лакомых блюд и звуки зажигательной музыки. Гостей удивят представления уличных артистов, а вечернее небо раскрасят огненные узоры. Приезжай в Венспилс, отпразднуем!